Минская «Динамо». Да, вот потеря двух защитников, Линдхольма и Крейчика, а также... Ой, какой гол! Шайба влетает в ближний угол ворот, и Никита Гусев второе очко в этом матче набирает. Феноменальный бросок. Ну что ж тут говорить. Шайбы и распорядиться. Неожиданное падение. Контратака гостей. Поднята рука арбитра. Момент! И вторая шайба. Вот так вот отложенный штраф реализовали хоккеисты клуба «Кунь-Лунь». Не выручил Перес О'Брайен. Ну и, в общем-то, надо отдать должное, что довольно-таки легко автор гола вошел... Личным лидером автомобилиста по набранным очкам. Прострел, гол, красота какая! Что же «Спартак» сегодня вытворяет, а? Сейчас уже в равных составах. 2-1. 14 секунд между шайбой Спунера и этим красивейшим голом, который выводит... Снова Кузьменко ложится на боевой курс, убирает одного, второго, третьего и... Я бы сказал, тачдаун от Кузьменко. Это вот мы прям несколько минут назад говорили о Моисееве. Вот то, что Моисеев не сделал в предыдущих моментах, это сделал Кузьменко. Понятно, что руки у Кузьменко, конечно, очень быстрые, но... Качнул корпусом, прошел Роберта Робу, сместился в центр. Опасный момент, и какой бросок! Виталий Кравцов, 1-0! Великолепная шайба, которая выводит трактор вперед в этой встрече. Чицкий, Гараев, второе звено, Колготин тоже, как всегда, активен. Шайбы, без шайбы, да без разницы. Яков Лилья, у него момент, проскочила шайба, бросок, гол. Но теперь это точно гол, вон она, черненькая, в воротах лежит. 3-1, Борис все-таки добивается своего и укрепляет преимущество. Смотрите, выброс из зоны, одного проскочил, второго тоже так проскочил. Шайба очень медленно ползла, но тем не менее Паутов задеть ее не сумел. От Якса ушел, от Паутова ушел. Очков 1+6. 32-й игрок проводит 9-й номер мяча. Ну и красиво, как Воронин! И это гол! 2-0! Как все индивидуально здорово сделал Воронин! Кемпе пошел на троих. Удачно на Воронина шайба отскочила. Посмотрите, как он тут крутанулся, развернулся и на неудобной высоте с кистей бросает. Вот здесь. Шайба отскакивает к Воронину. Ой, как ушел от троих. Бориса, передача Голышеву. Полминуты до выхода пятого полевого. Голышев проходит, бросает и забивает. С возвращением в Анатолий. Первая шайба. Первая шайба в этом сезоне. И какой нужный гол для автомобилиста. В меньшинстве после классного прохода и после просто великолепного броска.